Итак, всем привет, друзья! Сегодня я решил поиграть в совсем другую игру. Игра называется Pause или что-то там еще. Ну, это, короче, не совсем важно. А важно то, что я немного поиграл в эту игру, так и не понял, что здесь делать, хотя описание читал. Ну, давайте зайдем, что ли, в игру. Заново, да? Так, delete. Да, удалим. Давайте это все удалим. И новый слот. Просто, да, имя. Просто вот так. Не знаю, просто так, да. Назовем. Так, давайте-ка. Прикольная такая довольно спокойная и няшная игра. Прикольно все нарисовано. Ну, сейчас мы посмотрим на это все нормально. Так. Так, вот. Мы как бы проснулись в пещере. Полная инверсия, опять же. Сейчас я это исправлю, когда мы закончим эту заставку тупую. Ну же, давай. Ну, закончи. Мне надоела эта долбанная заставка. Да. Ну же. Вот, типа наши братья, сестры, не знаю. Мы типа рысь или что-то типа этого, уже не помним. Ну уже, закрывай глазки. Все, наконец-то. Сейчас заставка пройдет. И мы появились здесь. Уже паузу ставь. Так, вот. Заходим в настройки. Заходим сюда, в этот раздел. И нужно, не знаю, инверсию выключить. Вроде как должно сработать. Так. Поднимаю. Опускаю. Не знаю. Я тоже хочу пожрать. Дайте мне пожрать, похавать. Мне что-то ставили, уроды. Ну, управление не такое уж и неудобное, но это, к этому нужно привыкать. Это, к этому реально нужно привыкать. Но зато мы няшки. И так. Мать, ты куда нас ведешь? Камера здесь не такая уж и послушная, как мне казалось, но... Грибы! Я не знаю, что в этой игре делать. Я просто не знаю. Красивая, но тупая игруха. Как по мне. Назад в пещеру. Нет. Нет. Я не хочу спать. Оставьте меня в покое. Долбаная игра. Что же ты со мной делаешь? Я спать не хочу. Еще день на улице. Куда? Все, мы заснули. Ну же, просыпайся. Просыпайся, я тебе говорю. Ну ё-моё, что за фигня? А мы сейчас проснемся, как бы сами. Заблудимся. Или что? Мы сохранились. Так по-тихому. Так. Мы типа бежать не можем, так?
Еще одна пещерка или что это? Просто такой мостик, типа. Типа мостик, да. Похоже на мост. Так, по-тихому. А я здесь, а? Звезда! Звезда! Что же она здесь делает? Что это здесь все что происходит вообще в этой игре? Кошка разговаривает со звездой? Что? Рысь? Что это такое? Ну давайте посмотрим. Все, она улетает. Она улетела. А, ты куда меня унесла, а? А ну поставь меня на место. На место, я сказал. Чё мутишь? Хватит меня за шкуру мою хватать-то. Ну и куда дальше? Куда? Я хочу охотиться. Я просто хочу охотиться. Нет, ну... Просто хочу охотиться. Что за кусты? Что за трава? Это вообще не трава, это... Это какие-то баги. Все время... Какая-то... Не совсем интересная игра. Но, возможно, она дальше будет интересней. А, следите, да, смотрите дальше. Опа. Нет. Ну что это? Хватит крутиться. Сейчас ночь, можно спать. Но днем. Зачем? Так, все, ночь. Мы спим. Спи. Давай. Вот, наконец-то музыка заиграла, потому что без музыки здесь довольно скучно. Вот, нас четверо. С мамашей пять. И мы идем гулять. Без рифм, дальше. А, что? Что? Типа, выть? Что? Жрать, типа? Хватит переворачиваться, ну? Что это за херня была? Что это за рисунки? Что ты мутишь? Я далеко не уходил. Зачем ты именно меня взяла? Так. Left control. А, понятно. Она нас учит. Охотиться. Я хочу поймать добычу. Куда? Что ты мутишь, а? Ну что, я опять так... Не так сделал, точнее. Что? Это расизм. Я белый. Оставьте. Опять ты меня куда-то притащила. Так, по-тихому. Есть ли здесь какая-нибудь добыча? Я хочу. Я готов волка съесть сейчас. Не ел 2 дня. Покажите мне его. Куда? Так, мы пришли куда-то. Куда-то мы пришли, но я не понимаю, куда. Что за... Дождик. Начался дождь. Мы пришли к речке. Наверное, на водопой. Все-таки... Странная эта игра. Непонятно, что здесь делать.
Вода тоже прикольная. Так. Ну и куда мы идем? Кто-нибудь скажет, мы уже пришли или нет? Зачем было обходить эти камни? Кто придумал эту игру? У меня много вопросов. И ни одного ответа. Ну же. Куда мы идем? Мы уже пришли? Да? Мы уже пришли? Мы уже пришли, а? Пришли мы уже, нет? Ну мы уже пришли. Пришли мы. А, вода холодненькая. Что? Ты меня задрала купать. Ладно, ладно, ладно. Хоть не утону. Все, меня смыло с водой. А, я здесь должен плавать. А, я здесь сейчас... Я потеряюсь. Нет. 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 Что? Что за фигня? Я потерялся. Я потерялась. Нет. Теперь я останусь один. Так, я один остался. Хорошо, не... Так. Что? Так, мы появились. Хрен знает где. И что-то он не ходит вначале. Он просто валяется, и мы типа ходим. Так, куда нам идти? Потому что сейчас ночь. Нужно быть аккуратным. Нужно знать, куда идти, чтобы выжить в этой неисследованной местности. Так, наверное, нам сюда. Ну, мы бы... Да, о-о-о. Это кто такой? Это камень или куст? Чувак, это что? Это кто-то. Это 100% кто-то. Будить ли нам его или нет? Наверное, нет. Или что это? Я не знаю, что это. Лучше нам сюда. А, мы упали. Ладно, ладно. Куда же нам идти дальше? Я ни карты, ничего нету. Так. Итак, здесь светлячки. Идем ли мы правильно? Не знаю. Не уверен, что мы куда-то правильно идем, но... Что, возможно мы... И делаем что-то правильно. Как здесь сохраняться вообще? Так, итак, мы пришли куда-то, но мы не туда пришли. Нам нужно, наверное, с той стороны прийти. Как-нибудь обойти это все стороной и... дойти до того цветка или что там висит. Я пока не знаю, но нам явно нужно туда идти. Теперь я понимаю эту игру хотя бы немножко. Так, так, я вроде как нашел какой-то путь. Он довольно легкий. Вроде как. Так, да, вот и мы пришли к этому цветочку. Странному.
Так, это что? С. Буква С. С. Ладно. Теперь куда? Туда? К светлячкам. По светлячкам нужно идти. Я понял еще одну штуку, что нужно идти по светлячкам. А светлячки в этой стороне. Здесь крестики. Крестиками все помечено. Значит, мы все-таки правильно идем. Все правильно, да. Интересно. Теперь дальше. Опять мы куда-то упали, но здесь вроде как ХП нету, так что не страшно, если мы куда-то упадем. Наверное, сюда. Все-таки здесь какая-то типа тропинки. И где эта новая штучка, куда мы должны дойти? Надеюсь, она не где-то там высоко. Высоко-высоко. Ну же, подымайся. Так, я не знаю, куда мы сейчас уже идем. Так. А! Почему? Почему она упала? Так, ну, наверное, мы правильно все-таки идем, раз мы нашли это деревце. Так. Что же дальше? Что же у нас дальше? Туда или туда куда-то? Возможно, сюда. Здесь все как-то неоднозначно. Так, и мы пришли. Так, я не понял. Мы пришли к берегу. Что за фигня? А, так, маус, right. Так, и мы что-то типа по запаху идем. Наверное, все-таки по запаху. Типа они здесь были, и мы должны как бы идти по следу. Так, и куда вы исчезли, а? Ага, вот и следы. Так, я вижу уже следы. Так. Ага, вот и следы. Это удобно. Это прикольно. Так, вот мы видим следы. Они ведут нас туда. Так, и мы куда-то дошли. Локация, наверное, возможно. Что-то новое. Во всяком случае. Но я думаю, нам пора заканчивать эту серию, потому что я не планирую делать очень долгие серии до 20 минут. А желательно чуть-чуть меньше, где-то 15, около 15 минут. Так что спасибо всем за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, если вы не подписаны. Заглядывать в описание к видео. И всем пока-пока.